От души в душу. Чего вы ждете? Думаете, я скажу 91? Вот у Месси там 93, да? У Роналду 94. У меня там в прошлом году в FIFA было 74, а сейчас 18-72 сделали. Ну, то есть, какое-то интервью было, и мне один из этих говорит, давай мы для EA Sports записываем. Скажи им, типа, что тебе не нравится твой рейтинг, что ты похож на Де Брюйне, а тот 90. И я им записал, то все на английском передал, да. И пусть думают. Хотелось бы, конечно, 75, ну, хотя бы, ну, минимум. Кадеты я смотрел, и мне очень нравилась Рита, которая встречалась с Макаром. Слушай, Рит, нам лучше вместе дома мне не появляться. Почему? Потому что отец все узнал. Что все? И поэтому для меня Рита как-то одно из любимых имен женских. Продать носок? Хм, спокойно вообще. Житомир, ребят, да вообще спокойно. Это заработок, купите не только носки, еще и трусы. Шкарпетки. Это сильно, конечно. Носки, да? Насколько я вам показываю, они качественные. Во-первых, для тех, кто не знал, житомирские носки – это самое-самое качественное в Украине. Да и не только, поверьте мне, поскольку я в России тоже какое-то время поиграл и носил, так сказать, их. Ну, не то качество совсем. Вы можете посмотреть, как серьезно. Я могу заливать хоть до утра, правда. Заливать хоть до утра, но мне нужна цель, правда. За сколько вы думаете их сплавить? Не увлекаюсь. Вопросы сильные. Вовремя. А я знаком с ними был бы лично. И с семьей тоже. Я бы насыпал-то прилично бы. Ну, тяжелый вопрос, тяжелый, правда. Тем более сейчас, какие, так сказать, трансферные стоимости футболистов, когда, извините меня, я не хочу никого обижать, как футболистов и так далее, но когда ты слышишь там о каком-то футболисте первый раз вообще фамилию, да, играет в команде Лацио, да, и потом просто говорят, что он там стоит 60 миллионов, а ты просто первый раз слышишь эту фамилию. Вы что, ребят, шутите? Ну, 60 миллионов — это Зидан перешел с Ювентуса в Реал, чтобы вам было понятно. Но они сейчас просто что-то вытворяют такое. Но... Тяжело определиться с одним. Ну, мне нравится Black Star, L1, да? Хоккеисты! Хоккеисты! Безумная улыбка на уши! Топ вообще, да, мне понравилось. Ну, городу, да? Чтобы они повалили, да? Просто открыл бы там сауну, чтобы девушки и мужчины ходили вместе, и, ну, все без купальника, как это в Голландии. Вот тогда, поверьте мне, это было бы город-сказка. Это как в Эйндховене и во всей Голландии. Я бы в Сумах такой открыл бы, вообще было все. Никакой бы слоган там не понадобился. Конечно, огромная разница. Они знают, что если они где-то дадут слабинку, типа в таком плане, да, сегодня нет настроения, сегодня похожу, завтра побегаю. Такого там нет, потому что они знают, если так один раз сделаешь, там люди видят, специалисты, это все сразу. Записывается каждая тренировка на видео и так далее. Их с детства приучили. Если ты сделаешь так, то уже рядом тебя подпирает следующий, кто больше хочет, чем ты. Один из помощников Пепа подозвал меня и сказал, что люди с моей, так сказать, стороны, да, он имел в виду Украина, Россия заодно. Эти люди не добиваются успеха здесь, у нас, в Европе. Потому что если они где-то чувствуют это, они где-то чувствуют, что они в порядке, они сразу забывают прогрессировать, останавливаются на развитии, а те, естественно, подпирают. Да ну вы перестаньте, серьезно? Ну сколько? Ну это стыдно, такое не знаю. Ну на самом деле я слышал, что она началась в 41-м. Дичай, я знал, что будет такой вопрос, почему не подготовился? На самом деле это все шутки, но это должен знать каждый, считаю. На сладком. Я правда все, уже завязал со сладким. Раньше вот, чтобы просто у меня дома, там, не знаю, целый ящик забит разными сладостями, 100% должно быть так. Если я открываю, там нет, я начинаю, у меня все, там, магазин, там,
Но все, уже я отучился. Это плохая привычка была, и я уже как где-то месяца три без сладкого дома. На усика. Да ну, у него такой дух какой-то чемпиона. Вот я бы даже, честно признаться, там, я видел несколько его боев, но если я просто, когда его первый раз увидел, я сразу понял, это чудак, это реально, у него менталитет чемпиона. Это или есть, или нет. Точно так же везде, в любом виде спорта. Я надеюсь, если у меня будет свободное окно, я обязательно поехал. 42. Не, ребят, таблица умножения вообще спокойно. Можете даже пропускать эти вопросы. 56. Очень просто. 81. 12, ну, мне нужно 10 секунд хотя бы. 12 на 16. 192. Сейчас. Эдерсон. На самом деле, сейчас, это, я думаю, видно невооруженным глазом. Конор сейчас травмирован. Он является самым сильным вратарем. Почему? Потому что в современном футболе вратарь должен играть, должен уметь играть ногами очень хорошо. Он должен начинать атаки, он должен придерживать мяч, и много у него функций есть. Не так, как раньше это было. Плюс у него есть такое качество, которое нет ни у кого в мире. Он выносит от ворот мяч так, может добить до пенальти, то есть до штрафной чужой соперник. And so does Aguero. Can't be offside from the goal kick. And he faces Alderweireld up. Does him all in. Это действительно большой козырь. То есть мы за счет этого даже качества, его длинного выноса мяча, хорошо очень расставляет соперников, и нам очень комфортно выходить из-под прессинга. Я думаю, я бы попробовал Скворцяна. К сожалению, лично с ним не знаком. Очень хотелось бы, на самом деле, чтобы про него никто не говорил. Он действительно профессионал своего дела. Человек постоянно держит команду, так сказать, под таким строгим кулаком, и плюс дисциплина никогда не хромала. Ты маленький сынок, ёбать твою мать! А ты посол! Убирайте! Ты уже не капитан, иди нахуй! Я сейчас сказал! Он отмороженный совсем, блядь! У него такой свой подход, я считаю. Я не вправе его обсуждать, но я бы хотел бы с ним все равно поработать. Анекдот вспомнил. Ну. Блин, ну его так нужно рассказать, я так не смогу, наверное. Не, да он ничего себе не будет смешно, я все смешные только знаю. Ща. Общага. Живут в комнате Оля и Настя. И такая у них ситуация, что ну, у них одна челюсть на двоих. Ну и Оля... Блин, что обо мне люди подумают? Оля, я сегодня одолжу тебя челюсть, мне сегодня вечером пройтись на... Да, конечно, бери, Настя. Ну, раз одела, пошла вечером туда-сюда, погуляла, вот что-то возвращается утром. Рано утром приходит, такая уставшая, врывается. Спать ложится, так челюсть еле выбрасывает на стакан. Ща, не могу. Уснула. Ну и, естественно, Оля такая, достает челюсть, вставила такая. Плов ели. Ну, кебаб, мой любимый. Обзорчик заряжал. Его надо уметь рассказывать. Ты не волнуйся. Не, я волнуюсь. Ребят, тот, кто ответит правильно на мой вопрос, получит этот шарф прямиком из Манчестера. Вопрос таков. На какой позиции я начинал свою футбольную карьеру? Коммент под видео, подписывайтесь на канал. Алекс Зинченко, от души в душу. Поставь лайк, подпишись и смотри через неделю вторую часть с Зиной. Я так надеялся, что этого не будет. Та-да-да-да. Да не, но он опять, посмотри, а я же за любой движ, я всегда нашли самого молодого. Ожидание реальность, вот это про мой клип на той. Я говорю, переходи к нам, говорю, сделаем новый Шахтер. Секс, алкоголь и драка. Очень стыдно. Очень-очень. Да с ней. Уснешь там и так далее, пошло, поехала мать. Я проиграл фифу, стерлингу. Да, но я своих не сдаю, Сань, не переживай. Ай-яй-яй-яй-яй.
души в душу.